Этот город называют городом динозавров. Ведь именно в его окрестностях было найдено крупнейшее в России кладбище древних ящеров. Один из них даже был назван в честь этого населенного пункта – Очерия. Итак, сегодня рассказ об Очоре. Название Очор произошло от древнего коми-пермяцкого слова «ош-ор», что означает «медвежий ручей». Именно поэтому на гербе города изображен медведь. Главная отличительная особенность Очора в том, что в 5 километрах от него, у деревни Ижова, было открыто уникальное кладбище ящеров, которые жили здесь 250 миллионов лет назад. Находка была совершена в 50-х годах прошлого века. Некоторые ящеры были обнаружены впервые. Один из них был назван по имени города – Очерия. Останки пермских ящеров теперь украшают многие музеи. А в центре Очора был открыт парк пермского периода. Здесь установлены уменьшенные металлические копии звероящеров, найденных близ города. Окаменелости встречаются не только в районе деревни Ижова, но и прямо в черте города. На правом берегу реки Очор находится гора Кокуй. На обнажении горы можно разглядеть обломки окаменевших деревьев и отпечатки листьев древних растений. Кроме того, одна из главных достопримечательностей Очора – солнечные часы. Они сделаны на века, ведь эти часы единственные в стальном исполнении на Урале. Им уже более 120 лет, и они до сих пор исправны. Всего таких часов в нашей стране не более десятка. Интересное рядом. Обратите внимание.